Приветствую вас, Дмитрий. Я вам могу сказать следующее. В части, касающихся цветов и того, чтобы помолиться, вам нужно задать вопрос в раздел «Религию» и «Эзотерику», как мне кажется, или «Эзотерику», я точно не знаю. Психология не рассматривает вопросы помолиться и вопросы цветов, потому что это в какой-то степени ненаучно. Дальше. Я вижу, наверное, несколько моментов, на которые хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент. Это то, что как бы возродить искру возможно. Для этого вам нужно увидеть, с какого момента, условно говоря, с какого момента девушка начала к вам охладевать. Она начала охладевать в тот момент, когда вы стали на нее давить. По факту. Общение перестало быть легким. Вот. Общение стало больше таким гнетущим, как она сама сказала. И в этот момент она стала к вам охотиваться. Все достаточно здесь просто. Соответственно, вам, если вы хотите вернуть эту круг, нужно вновь начать общаться как раньше. Легко. Если вы этого сделать не можете, если вы будете продолжать на девушку, условно говоря, давить, то я думаю, что ничего хорошего из этого не получится, в принципе. То есть девушка будет только лишь от вас отдаляться еще больше. Вот, пока, в конце концов, там, условно говоря, не отдалится от вас совсем. Вот. И все. То есть тут на самом деле нет никакого, как мне кажется, секрета, да, тут, ну, нет, не может быть никакого секрета, вот. Вам человек достаточно, как это сказать, достаточно подробно, достаточно четко сказал, что нужно, вот, достаточно четко сказал, что не устраивает. Ну, если вы не принимаете то, что она вам говорит, право, конечно, ваше, именно право, но момент в том, что так вы серьезно рискуете ее потерять. Вот. Это такой момент. Следующий момент. Вы говорите, что любите ее, но при этом вы хотите вернуть ее чувства, при этом вы не желаете признать, что, что у нее к вам чувств нет. При этом вы хотите, чтобы она, условно говоря, вас ну, любила, может быть, опять как любила, да, то есть вам, вы без нее не можете, вот. А я боюсь, что речь идет не о том, чтобы она была счастлива, а речь идет о том, что она нужна вам, что вот все больше и больше это напоминает мне, условно говоря, костыль. То есть такое ощущение, что для вас человек это костыль. И вы говорите, что это осознанная любовь, но при этом вы без нее не можете, при этом вы предъявляете претензии, да, при этом вы там от нее что-то требуете, при этом вы
выяснять отношения и давите на нее. Ну, честно говоря, на осознанную любовь это похоже очень слабо, по крайней мере, с точки зрения психологии. Вы уж простите, что что я так, ну вот как есть, да, вот так и говорю вам, как есть, так вот и пытаюсь сказать, чтобы ничего не, ну, чтобы ничего не скрывать от вас. Вот. И, на мой взгляд, ну, проблематика здесь, она совершенно очевидная, как бы в том, что вы вот не можете без девушки. И сейчас вот тот факт, что вы без нее там, условно говоря, не можете, вам и мешает, то есть, ну, не позволяет вам чувствовать себя свободно. Вот. Поэтому, на что нужно обратить внимание, это на то, почему она вам так нужна, почему вы в ней так нуждаетесь. Вот. И, соответственно, уже дальше смотреть, что и как. Вот. Если вы для себя сможете этот момент, словно говоря, разрешить, да, если вы сможете для себя лучше как-то вот понять то, что вы делаете, то, что вы хотите, если вы сможете для себя лучше это определить, то ситуация будет, в принципе, куда более, легче вами воспринимать. Вот. Но это только при условии, если вы разберетесь в себе. Вот. А сейчас же я вижу больше то, что вы не себе разобраться хотите, а я вижу то, что вы хотите каких-то конкретных действий для того, чтобы девушку к себе расположить опять обратно. Вот. То есть просто, чтобы, ну, вернуть все, как было. Вот. Я бы не сказал, к сожалению, что это возможно. Возможно вернуть все, как было. Вот. Потому что, видите ли, нельзя в одну реку вступить дважды. Это невозможно. Вот. Либо вы признаете, что возможно таких отношений, такого взаимодействия у вас уже не будет, как было. Вот. Вам это нужно признать, вам желательно это признать. Вот, и, собственно, постараться определить, именно направленность ваших чувств, да, то есть, вот, условно говоря, мне кажется, что вы, ну, говорите больше не про вы говорите про любовь, вот, вы говорите про то, что
ваши чувства нацелены на нее, а я вижу, что я вижу, что чувства ваши нацелены на себя. Вот, и я думаю, что это нужно корректировать. Вот. А если просто, то нужно вернуть общение в ту форму, в какой она была. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.